конце февраля в Москве прошло первенство специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Центрального спортивного клуба армии по легкой атлетике. Соревнования проводились по 6 видам. В них приняли участие юные спортсмены 5 возрастных групп. Соревнования, которые мы их проводим ежемесячно. Потому что в Москве для детей очень мало соревнований. Ну, их практически нет. Естественно, дети очень любят соревноваться, поэтому мы каждый месяц стараемся эти соревнования провести. Ну, если учесть вот то, что мы как и раньше проводили, они, конечно, дают определенную пользу. На этих соревнованиях у нас уже выросло несколько мастеров спорта, своих воспитанников. Сегодня воспитанники школы ЦСКА успешно выступают не только на юниорских, но и взрослых соревнованиях. Ну, в этом году мы считаем, что выступили очень хорошо. У нас среди старшего возраста у нас 3 медали, 2 золотые, 1 серебряная. В юниорах у нас тоже получилось 1 золото, 2 бронзовых медали. Вот, немного 4, 5, 6 мест. А на чемпионате среди взрослых у нас 2 золотые, 2 серебряных. И среди молодежи у нас тоже 3 призовых места. В принципе, для школы это нормально, хорошее выступление. Как известно, путь к спортивной вершине начинается в детстве. Именно на таких соревнованиях выявляются таланты, рождаются будущие чемпионы.